Здравствуйте. 21 октября, воскресенье, день солнца, 12-й лунный день с элементом дерева. День благоприятный для людей, родившихся год дракона. Хорошо в этот день строить дуган, субурга, совершать отношения, читать и просить Бога богатства на уважить хозяина огня, строить печь, ставить закваску, начинать лечение, покупать лекарства, устроить романтический ужин любимому человеку, давать подарки гостям для спокойных и мирных дел. Отправляться в дорогу очень хорошо, к увеличению материального достатка. Не стоит в этот день устраиваться или помогать устроиться на работу, нанимать сиделку, работников, покупать домашнюю живность, в особенности скот. Стрижка волос к болезни, к нарушению спокойствия. На Верхнеберёзовке Цокчин Дугане с 9 часов утра пройдет хурал Сунды, Дюнхор Дугане, Комба Бангар Сахюсны, Деважн Дугане, Мачурвани Сунды. Делайте добро!